Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей, Денис, Сергей, Женя, Lethal Company, и мы идем на крутые планеты. Всем привет. Да, нам нужны мозги срочно. Андрей, сегодня иду. Иду. У нас есть фонарики. Возможно, есть мозги. Я буду с фонариком впервые за тысячи лет. У нас квота 276. Ну что, поехали на Титан? На Рент, мы говорили про Рент. А что не на Титан? А я почему не на Титан? Нормально, Женя. Потому что Титан обижал нас. Да нормально. Он нас сильно обидел. Мы летим на Титан. Женя. Понимаешь, ты не у Терминатора, твое мнение никого не волнует. Вот просто задавил. Женя, пошли со мной, они злые. Да, я пойду с тобой. Сергей, куда ты пойдешь? Что-то не с нами. Не с нами. Пойдем на черный ход. Воу, человеческая многоножка. Такие тунг-тунг-тунг и шли. И да. Шли. Было страшно. Давай, Денис, ты справишься. Так, я точно не с вами. Загружайся. Загружайся. О, я вижу лестницу. Прыгаем! Нет? Я, кстати, не знаю, Андрей. Почему на одной из планет у меня прям FPS падал куда-то, не знаю куда. Куда я ставлю? Дальше. Это просто Брекин баловался. Если ему как бы некуда куда-то убежать, то он иногда бывает лагает по-жесткому. Андрей что-то с ума сошел. Я просто иду. Ну да. Иду. Помните, вы всегда можете посмотреть в описании ссылки на видео Дениса, Жени. Ломаешь? А как? Сергей, так-то? Иди на главный ход. Ладно. Ладно. Что? А где Женя? Женя пошла тогда на главный. Ну ладно. Так, у меня ключ есть, что есть. Отлично. Давай, Сергей, я иду вдоль левой стенки, ты идешь вдоль правой. И мы встречаемся. Я уже слышу какие-то визги, писки. Кухня. Кухня? А повар там есть? Нет. А есть что-нибудь? О, подушка-пердушка, на, моя любимая. Вот здесь что? Нет, вот здесь предмет. О. Я полный, поэтому понесу к выходу. Ага. Да я, в принципе, тоже полный. Сережа, я сейчас тебя найду. Так, оп. Что, уже 6 предметов? Так. Что там у нас, Сергей? Ну, так, вроде... Предметы оба подобрали. Тут уже больше ничего нет, да? Пойду-ка я. Вдоль левой стеночки. Локт. Если что, то локт. Диванчик. Зубы. Кто-то... Какой-то дед, видимо, жил на диванчиках у каминчика. Чувствовал себя замечательно. Пока мы не пришли. Так. Сергей, тут тупик. Ну, как бы зубы тут есть, но больше ничего тут нет. Но вот вон там ты тут проходил или это тут кухня? А тут кухня. У тебя что-нибудь есть, Сергей? У меня пуст. Сейчас ключ использую. Точно, там же ключ можно было использовать. Это ты здесь использовал ключ? Да, сейчас. Ага. Болтик. Пока безопасно. Так. Ну как безопасно? Так. Сергей. Я что-то слышу. Я слышу голоса. Я вижу паутину. Ребята.
Я убил его. А, убил его? Что, да. Сергей? У меня девочка, если что. Ага. Да. Тут то где-то ребята. Ты понимаешь. Говорят, паука они убили. Ну, я убил. Если мы сможем их найти, то мы сможем выйти. Знаешь, я вижу девочку, говорю, здесь девочка, и слышу голос вниз, и не только она. Нормально. Почему тут так много закрытых дверей? Или тут на самом деле пауков миллионы? Денис, поговори со мной. Еще одна. Кто-нибудь, Сергей, ты тут? Сергей, 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 иди сюда. Пиво, сюда. Это я не Сергей. О, Женя, прости, да пиво возьми. Ну, Женя, ну хотя бы... У меня руки заняты. А тут выход? Да, тут выход. Ну, тогда я пойду сам. Хочешь что-то сделать, делай это сам. Ага. И не нагружай никого. Так, ты всё, это все... забрал? А как ты это все забрала? А да, я просто вон туда. А почему-то так много паутины. Так, я пойду... Потому что тут ползал паук. Я поношу, наверное. Ну-ка, я ношу, Андрюх. А, и ты носишь? Ну, я ношу, потому что я полудохлый. А, ну ты да. Носить собрался? А у тебя есть фонарик? У меня вот фонарик нету, считай. Я все оставил. У меня чуть-чуть фонарика есть. Пошли? Еще походим. Ну, пошли, походим. Где мы не ходили? Там был... ну, получается, там, где я была, там я скинула два ключа, чтобы предметики забрать. Там Сергей затерялся. Ну, либо он тоже сносит. Так, там турель была. Я тут не ходила. Турель меня не пугает. Ну как? Она меня убивает. Да, осторожно вот где-то. Ага. Вот она. Ну, тут тупик. Ага, ну и тут тупик. Ж нормально. Так, и вот тут вот, вон туда дальше, получается, направо. Ну, это примерно оттуда я пришел. Нет, ты шел на меня прямо. Вот тут вот я бросила два ключа. Так, кто-то вытащил электролампочку или что-то? Или это у тебя просто фонарик сел? А, нет, не сел. Это странное что-то. На было. Лестницу вы залезали? Нет, я не залезала. Пойдем посмотрим. Ну, как-то Галякова. Галякова? Галякова. Да. Посвети на вот эти верхние штуки. Вдруг тут что-то лежит. Нет, не вижу ничего. Ну и остается, да, вот то вот, откуда ты пришел, в принципе. А, тут ты ходил? Я ходил, тут немножко хаотично. Кубик Рубика. Тут где-то была подушка-пердушка, но она была довольно далеко. Кубик Рубика, вот. Во, я... Как я это сделал, я не знаю, но я ее нашел. Ну вот, ты молодца. Пойдем-ка назад. Меня не... Да, пойдем. Беспокоят многие вещи. Ага. Так, назад это сюда, Андрей. Сюда? Сюда. Ничего себе, а мы так близко были. Да. Что, уходим совсем? Так, Брекин, в смысле убегаем, убегаем, Джестер! Так, кто бы там ни остался, он умер. Ага. Так. Так, я взял 4 предмета. Ну, я тоже. И сброшу их. А. Червяк? Давайте червяк. Без этого. Блин, если он сейчас вылетит под нами, то как бы все приедет. Все пропало. Блин, если он... Да мы понимаем, что это червяк.
Женя? Андрюха, Женю убили. А Сергея? Сергея тоже. Ладно. Только Женю червь схлопал. Ты прямо на червя. Да нормально все. Он слева от тебя. Слева беги. Попробуй меня это. Ладно. Нифига ты, живучий. Я обосрался там, может быть. Все вещи забрали или нет? Вроде бы все. Даже ключи. Ну, только Женя, как говорится, со своими ключами, скорее всего, померла. А где она померла? Может... Там на лестнице вещи. На лестнице вещи? Хорошо. Да, только аккуратно будь. Да нормально все будет. Андрюха, у меня девочка, короче. Ну тогда она вроде была у Сереги. У Сереги? Да. Она пришла за мной. Ладно, улетаем. Улетаем. Я ничего больше не мог найти, кроме ключа. О, вижу ее. Красавица. Ты на нее не оборачивайся. Пока. Да не прощайся ты с ней, она с тобой навсегда. О, прикольно. Я, короче, слышал тебя как под водой. Да. Прикольно. Так оно и работает. Они изменили, что ли, эффекты девочки? Не, так и было. Ну, я не помню, чтобы раньше. Ну, ты было. Просто это мало. Вообще, что за читы у червя? Что за читерский червяк? Вообще, смотрите, прикол. Я увидел девочку, ну ладно, побегал, пособирал вещи. И тут слышу звук собаки. Знаешь, такой бум-бум-бум. Такой, ладно, ухожу. Ищу черный ход, откуда мы пришли. Потом слышу звук щелкунчика и бегу дальше. Периодически появляется девочка, и тут появляется Джестер, от которого, кстати, вы, наверное, ушли. Да, мы убежали. Я начал от него бегать. Я неудачно зашел в комнату, он меня там запер, то есть мне не выйти, ничего. Тут появляется девочка, проходит сквозь него и убивает меня. Печально. А я смотрю, ты на месте не двигаешься с вещами такой. Ну ладно, призвал тебя. Красные точки не видел? Как две красные точки там были? Не было там красных точек. Джестер, а еще и... раз, Джестер это что? Девочка такое не вообще? Отображается. Сундук, как красная сундук. Точка. Сундучок. Да, понятно. Он там бежит, и как бы если бежит, значит уже все, как бы. Мы еле-еле успели выскочить. Мы такие были возле выхода. А девочка добила. Так что я не видел, как Джестер оказался. Погода чудесная. Должны справиться замечательно. Может быть, я... Мы все фонарики принесли? Нет, я, по-моему, свой фонарик-то не приносил. Ну, я умер. Андрюх, да. Ты хоть посмотрел, что за погода? Да вроде нормально. Замечательно. Замечательно. Что замечательное? Могло быть и хуже. А что там? Гроза? Да? Блин, там не показывают. Андрей, у меня было два фонарика, поэтому... А, ну, видишь. Женя, а зачем ты по два фонарика носишь? Потому что один валялся у входа, Андреевский, я его забрала, чтобы отнести на корабль. Ну... Так-то понятное дело, что... С Богом, ребята. Удачи нам. А, где... Не заходи. А что там? Там этот... Турель прямо на меня. Ой. Я не успел выйти. Я слышал один даже выстрел. Но, к счастью, не успел выйти. Ну, хорошо. Класс. Там турель. О, смотрите, тут кусок... Так, лампу. Все, пошли мы на... Дерево. Будете выкидывать вещи, выкидывайте их подальше. И, может быть, даже не в одну кучу. А может быть, даже здесь оставляйте. Потому что, чтобы молнии в них не били. Думайте об этом. Да, мы так обычно и делаем. Сергей.
А, ну это, видимо, они тут залутались. Сергей, а где ты? Туда кто-нибудь прыгал? Я здесь. Нет. А может, не надо? Поздно. Ладно, удачи тебе. Что у вас там? Народ, я только вещи нашел. А там еще есть? Нет. Вроде нет. А еще там, ну хотя бы какую-нибудь... Хоть что-нибудь. Нет, тут все тупик. Тут тупик. А, это тупик? Так, да. Давайте я попробую. А что там у вас было на счет? Давай, тащи картину сюда. Нет! Ты аккуратно, Сергей, сюда прыгай. Нет, прыгай вперед и заверни в воздухе. Крученый в воздухе. О! Молодца, нормально, Сергей. Нормально. Так, картина у нас не металлическая же? Да, нет, нормально. Но они двуручные. Все, здесь тупик. Народ, здесь тупик дальше. Мы здесь все обошли. А, я? Только если прыгать туда, да, точно. Я оставлю пока фонарик там еще висит. Я возьму маски и картину. Я и понес... девочку вижу. Валита. Ну-ка. Сергей. Сергей не прыгнул. Бабах. Бабах. Женя? Бабах. А, да. Там еще вещи есть? Есть же, да? Есть. Есть. Внутри, по-моему. Угу. Сергей, походу, не прыгнул куда-то. Да ладно. Девочки. Вот эти завихрения космоса сделаны специально, чтобы... Колечки, колечки, кольцо. Робот той. Лампа. Да не факт, что я услышу через несколько секунд. Я-то вроде нормально слышу тебя. Нет, 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 все, все хорошо. Я просто занес электрические вещи, нормально. Ага. Вроде дорого-богато. Правда, Женя, если будет оборачиваться... Так, Сергей, его подобрали. Денис мертвый, его подобрали. А его-то за что? А его-то за что? Давай, пойдем вместе. Спокойно. Где умер Денис? Он там вещи оставил? Я не знаю, я его телепортировал. Все, улетаем. Не, погоди, погоди. На лестнице есть какие-нибудь вещи? Дениса вещей не было. Там, где я по лестнице ходил, там вещи были? Я не видел, что были. Просто если Денис умер, а где он умер? Он просто вещи, может быть, уносил и... Не, он, видимо, шел пока. Я вижу девочку, улетаем. Ладно. Я тоже вижу девочку, так что... Но это на камере. Я видел ее на камере. Ага. Ну... Женя, смотри, стоишь спиной к стенке и не оборачиваешься. И тогда она на тебя не появится. Типа, если она не побежит, то она как бы не убьет. То есть даже с девочкой можно выживать. Правда, она будет тебя пугать, там, знаешь, всякие шумы, крики, паника. Угу. Главное, свет включите, да? 1000 из 2000. 1000? 2100 написано. Я умер, поднимаясь за вещами. Отлично, Денис. Я просто боялся вдруг. Отлично. Ну... Я нашел пружинку, решил бежать обратно, но он слегка не допрыгнул. Как ты от пружинки пытался убежать обратно?
Да, я ее слышал. А, ну. Так, народ, я четко перенесу этот самый выключатель. Вот сюда, поближе к монитору. Да-да-да. Чтобы, если что, мы у нас рядом с монитором было включить его. Брось как, не трогай. Ну чё, Андрюх? Там туман, туман над Титане. Нормально, справимся. Ну погнали. Нормально. Погнали. Титан. Титан. Туман. Не так страшно. Писывает или как? Так, да. Ну мы 1000 добыли с прошлой ходки. Мы пережили шторм, что нам теперь туман? Причем 1000 добыли, нормально же. Кстати. Несмотря на шторм. Я, по-моему, носил все, что лежало, не приколочено. Группа людей. Я его просто сбросил, прежде чем прыгать сюда. Ну, я пытался найти, что мог, то я нашел. Сергей, тут... Так, S с плюсом. Туман, конечно, густейший. И можно обмазываться. Да. Ну, как всегда. Угу. Ну хотя бы тут. Для гиганта. А это последний день, народ. Да. А может кому-то вернуться на корабль? Нет. Ну кто-то пусть вернется, да. Давайте сделаем первую ходку, а потом. Да, да, да. Шо, мы дети что ли? О. Нормально, зайдем, победим. Сергей. О. Маски. Сода. Дай мне вещи, я отнесу, Сергей, брось. Ну, не отнесу. Ну, угу. Надеюсь, они куда надо упали. Они в бездну. Сергей, я их сбросил, если что, куда-то вниз. Сергей. Здесь большое помещение. Ага. Я сбросил их вниз. А ты я что? Я отнесу вещи эти. А, ладно, относи. А фонарик дай мне. Ага, о. Красиво. Сергей четко... Мы с ним на одной волне просто. Знаем желания друг друга. Сколько же тут интересных дверей-то, а? И сколько же тут тупичков. Пойду налево. А налево ничего. Ну как ничего? Тут есть выход. Андрюх? Да, Женя. Да, как у вас там обстоят дела? Ну мы там подобывали парочку уходок. Сбросили их. Так. А ты, а вы где? Где Денис? Я прямо была. И на там были. Справа там можно походить, в принципе, интересно. Ну, у меня руки почти полные. Так ты вынеси, сбрось тут вход-то, вот он рядом. И ну, дальше, да. Дальше бегай. О, видал там, сколько сносит это Денис с Сергеем. Передовики производства. О, еще зубные пасты. Что там нашел что-то? Нет, там ничего-то ничего нет. Я пойду спрыгну. Нет, не спрыгивай. Остановись. Удумайся. Удумайся. Я пока побегаю по большой комнате, тут вроде бы что-то есть. Или нет? Да, я ж тоже тут. Ты тоже тут, ага. Отчаянная. Да. О, большой болт. Женя. Где ты? Я тут-то. Огурчики кто-то сдал. А, нормально. А там черный ход? Черный ход по лестнице. Брейкин. Спокойно. Да. Где ты?
Вот. Да, вот там вот черный ход я нашла. Тогда я оттуда пришел. А, понятно. Надо к Брекину сходить. В гости. Он сюда побежал? Да, он сюда побежал. Так, я вижу там мины. И слышу слизь. Пойдем аккуратненько. У меня, правда, болтик, но этого не страшно потерять. Так, я пойду направо тогда. Угу. Почаще оглядывайся. О! Переключай на руху. Блин. Меня так просто по-жесткому. Да, ёшкин кошкин. Ну, я только один болтик потерял. В принципе, ладно. Тем временем уже не дела. Кади, замуровали ее. Спасибо. А, так, стоп. Да, большая комната, и ты, в принципе, можешь уходить через черный ход. Так, слизь ползет. Брекина не чувствуется, но он там, видимо, замурован в том районе. Так, тут все подметено подчистую. Я бы просто спрыгивал, либо под лестницу лезь. Либо приманивай ее и как-нибудь. Жень, тебе надо вниз, а не вверх. Куда ты идешь? В принципе, какое-то безопасное место. Вот собака поднимается, чувствует ее. Пока она идет вверх, ты идешь вниз. Беги! Закрой! Открой, блин! Закрывай! Женя. Это кто там такой умный на дверях стоял? Ну, кричать-то не надо. Я испугался, поэтому дверь. Сергей. Он вещи-то хоть подобрал? Неплохо. 620. Сергей, у меня были вещи. У меня было два фонарика. Меня слишком жестко Брекин за шейку приобнял. Ладно, я донесу фонарики. Я честно скажу, я испугался просто на все. Молодец, Сергей, ты все сделал правильно. Я стою, ты... Что он правильно сделал? Он меня на верную смерть. Не надо было кричать, Женя, спокойно. Присела, как в туалете, так сказать, вот так вот. И все. Ну да. Я прям, я бежала от собаки, потому что она уже догоняла, в спину дышала. Да не догоняла, она по лестнице там 10 Понимаешь, километров едет. На меня напал адреналин. Я решил закрыть дверь. Это было эпически. Ты появился, дверь закрылась. Так, давайте, мы все продаем или что-то оставляем? Это вы решайте. Денис, мы не слышим тебя. Денис. Да. Блин, я выключил микрофон и разговариваю с выключенным микрофоном. Вот я чувствую. Все продаем и все покупаем. Я говорил Жене, что ей нужно было присесть и обходить корабль. Ну вот и я тоже это предлагал. Оу, отходи. Так мы все продаем? Прям все? Больше денег. Что это за кушан коробка? Типа не думаем о будущем, о том, что у нас нечем будет норму сдавать. А сколько пока у нас не будет норма?
Сейчас нам 250 надо сдать. Мы уже тут 500-ку раз, 500-ку два сдали. Я боюсь даже представить. Не положить вещи уже. Мы уже на 1000 сдали. Так может хватит пока что? Пока хватит. Дайте 1000, это хватит. Все. Отдай огурцы, отдай зубы. Все, и зубную пасту. Это идеальный состав. Огурцы, зубы, зубная паста. Все, пойдемте. А чё, а обратный телепорт Серёге будем покупать? Ну так вот. Ну вот покупай его, посмотри, сколько денег еще надо, если что, докинем. Можешь надо, подушки, надо. Подушки-пердушки, все, их... Давайте бумбокс купим. Зарядить его, вынести, и чтоб собаки его... Я купил бумбокс. Отлично, где он? Где? Не знаю где. Вот про это я и говорю. Бедный Сергей. 12. Вупи Кушин. Пейчек. Дайте мне бумбокс. Хочу петь, танцевать. Горе не знать. Лопаты я взял? Да. Все. На телепорт для Сереги хватит? А гранат бы купить, чтобы, не знаю... А вы подобрали то, что там прилетело это? Да. Тогда сдавайте еще вещей. Ну тогда хватит. Давайте. Да положи, так, положи, народ, улетели. Давай еще на сотку сдадим. Ну хорошо. Вещей. Давайте на сотку, я пока потанцую. Гранута! Вот те ноги. Взяли все? Да. Ну что, взлетаем. Телепорт. А, да уже давай. Куплено. Уже куплено два телепорта. Так, давай. Серега, все куплено? Все хорошо. Так, все тут? Да. Женя, я тебя не слышу. Да, тут я. Угу. Запускай. Запускай машину. Музон. Вот почему я была плохая идея. Да, по-моему, это супер идея. Да. Только мы проживем недолго, но ярко. Е-е-е. Наша задача убить солдатика, понимаешь? 7... О, 178! Гуляем! Можно теперь позволить себе еще пару... Пижаму! Гранат купить, пижаму. Давайте. Так, куда летим? Так на Титан, наверное. Давай, да, вроде там больше, самое количество денег. Да, на Титан. Танцуем, Сергей. О, скидки! Давай! На что? Гранаты! На радар бустер! Е-е-е. На радар купим? Я не знаю. Купил. Гранаты. Что? Гранаты. Ну, можем парочку себе позволить. Давай, не, больше можем, но... Да трать все. Или нет? У нас 200, нет? Не жалко? Не жалко. Ингалятор нужен? Если на рент, наверное, нужен. Тут, наверное, уже мы нет. На Титан. Тогда нет. Лучше гранат. Можем отмычки еще взять. Гранаты. Гранаты я взял две. Можем отмычки взять. Да не надо отмычки нам, у нас ключи есть. Ну все тогда, спускайте. Вот их поперло прямо на завтра. Кто будет получать подарки? Кто-нибудь хочет? Как там говорится, деньги зло, деньги развращают.
Кто-нибудь будет за ракетой следить? Кто хочет? Никто не хочет? Никто не хочет. Ну тогда я послежу, бегите вперед. У меня музыка тут. Что хочет? Ну, ракета с подарками прилетит. Кто будет ее... Ну, давай я послежу. А, ну ладно. Ну? Нет, не последишь? Или последишь? А, понял. Че, ладно. Ну, за покупками. Блин, ну, синхрон идет. Ладно, ладно. Хорошо. Надеюсь, музыка нас не убьет. Иду без ничего. Как старый добрый. Так. Сергей, я иду за тобой. Я иду на черный ход, смотри. Отлично. Ну, пойду, наверное, на главный. Жене составлю компанию. Женя! Да? Я пришел составить тебе компанию. Сергей на черный ход пошел. Пошли. Где ты была? А я уже говорил, что я в гордом одиночестве. Ай, прости. Утка! О. Это моя утка. Утка? Это моя утка. Ладно, твоя. Да. Моя утка. Моя утка. Моя утка. И тут тупик получается, ага, вот у нас. Коридорчик. Вынеси их, пока мы возле главного входа. Да. Где ты была? Я еще нигде не успела побывать. Ну, пошли туда я сейчас. Да. Там снизу что-то есть. Трагедия. Угу. Мы эту трагедию сейчас переделаем в комедию. Надо только надеть ее. Не надо, Андрей. Не надо. Эх. Тупик. Мои порывы. Значит, только прямо осталось идти. Да. Вынеси трагедию. Прямо. Прямо тупик. Вниз остается. Вниз, так. Кто-то уже относит вещи. Ага. Скорее всего, это добрый Денис. Тружник. Да, пазушка-пердушка. Да. Тебе на них везет. На них везет. Так, лево, лево, лево. Все еще лево. Ничего влево. Обходим это все дело. Ага. Так, все еще лево. Тупик. О, что-то. Робот той. Робот. Он составит мне тупик. Компанию. Ага, а вот ключик. А, у меня не показался. Но он просто был спрятан. Так, слева. Ай. Какие тут противные лабиринты. Пошли. Что у нас здесь? Много дверей. Много дверей. Ай. Ты пошла в другую дверь? Да. Ой-ой-ой, у тебя есть чем биться? Нету. Тогда убегаем, там собака бешеная. Да я поняла, я застряла. Женя. А я бегу. Прыгай. Я бегу. Прыгай, он тормозной, если прыгать. Да. Выводи нас отсюда! Давай! Чёрт! О, телепортируй! А. Спокойно. А, нет! Оффлайн. Меня не успели телепортировать. Печаль. Прости, не успел. У Андрея там вещички были. Я прощаю тебя. Да. Но всегда Сергей справляется. Потому что с нами не было Дениса, который воюет. Ага, Сергей уже тоже почувствовал. Нет, зачем? Нет. Не надо было. Там ходило у тебя с двух сторон две точки. С одной стороны солдатик, с другой стороны какая-то шустрая точка. Я не знаю, что это было. Батарейку большую вытащу. Если будет, то призовете. Я голый хожу. Все равно у меня ладно, фонарик, я ладно. Решил связаться. Все, ну, давай. Ну ладно, я попробую. А что? Ну. Телефон. Зря вы меня призвали, зря. Да ладно. Они пытались спасти твою жизнь. Найду вещи. Женя пытается сделать хорошую вещь. Призовешь еще раз, если что. Тут валя.
Уже ничего не валяется. Хорошо. Понаблюдаем за Сергеем. Нам же нужны все деньги. Все деньги этого мира. Ага, шкатулка. Блин, вынет батарейку, от этого легче не станет. Никому. Ну, он-то выйдет. А как теперь? Женя? Женя такая, а я передумала. Серега вытянул лампочку. А я верю. А ты что-нибудь нашла? Нет, я только зашла, увидела, что Серега вынул лампочку и решила не ходить. Понял. Надо идти до конца. Идти до конца. 80 лампочка стоит, нормально. Взлетай. Эх, как там... А фонарик добыл свой? Сергей такой, где я там был? Очень плохо слышно. Но Джестер меня еще не увидел, поэтому я ушел с черного хода и пошел на главный. Я по главному ходу ходил. Ты меня после этого призвал. Вот сейчас я ходил, меня Джестер увидел, я спокойно батарейку пошел, а так к черному ходу. То есть он меня только сейчас заметил. До этого я его увидел, но он меня не заметил. Денис, там не хватало тебя. Собака зубакая. Зачем? С лопатой. Да я пытался. Я Женю призвал. Не-не-не, тебя... надо было иметь в виду не пытаться спасать нас, а пытаться убивать лопатой собаку. Ну, в смысле, если бы ты с нами шел, было бы круче. Вот теперь я вижу Дениса, который убивает. Залетаем в Титан. Там туман, но нам это не страшно. Да. Фонарик у нас только один, есть деньги. Нет. Нет. Не один. Два фонарика. Взять лопату. Фонарик не один. Взять гранату. Да. Возьму гранату. Оставлю ее. Нет, два. Два. Пока, Серег. Пока, Серег. Ну что, да. Погнали. Погнали. Ладно. Да. Так. У Сергея вроде бы есть куда идти, я просто посмотрел. Мы чуть-чуть. Уже поднялись по лестнице, а я только сейчас услышал, пока Серег. А где ты должен был это услышать, пока Серег? Ну, в корабле. А как ты это слышишь? Как это работает? Так, граната лежит возле входа на всякий случай. А, никому не интересно. Там вода. Так, красная сода. Моя красная сода. Андрюх, ты оставил гранату? Да. Денис, а ты где? Денис, ты где? Денис зашел внутрь. Что? А он там спрашивал меня про гранату. Ну да, я оставил гранату. Денис, это ты? Да, чё я? Да просто ты где-то там говоришь, мне страшно. О, вы так близко ко мне, к черному ходу. Чё говоришь? Вы очень близко к черному ходу. Чё ты про черный ход спрашиваешь? Чё ты взял? Да потому что налево буквально раз-два есть черный ход. Так, ну лампочку пока не вытягиваем. Конечно нет. Лампочку же не вытягиваем. А куда идти-то? Не, не вытягиваем. Направо? Да. Потому что... Так, а там все вроде тупик. Да как-то не особо. А, там тупик? Ну вроде да. Ну лампа да, лампа тупик. Так, а где не тупик-то? Налево тогда. Это вроде мы я налево там... не ходили. Ну сходите. Вроде я там ходил, и там черный ход. Что-то я пропустил. Черный ход. Ага, вижу черный ход. У черного хода есть куда прыгать. Только я не вижу, есть там а куда там идти не... или нет. Там я прыгал, там ничего нет. А, ну значит туда, где же, куда Женя смотрит. Ага, вот туда прыгать. Так, пойдем. О, турель дурацкая!
Иду налево. Ящик. Серверная. А насколько там плохая турель? Там тупик. Тупик вообще. Да, там нет смысла туда идти. Mm-hmm. Да. Круто. О, складец. Складец. Так, что-то тут есть? Да. Фены. И шестерня большая. Угу. Все, что ли? Все. Внизу, ну, наверх-то... Внизу турель, аккуратнее. Аккуратнее турель внизу. И ничего больше нет. В складе ничего больше нет, да? Тогда наверх. Наверх, да. Аккуратно, там одна из... Я пойду отнесу что-нибудь. Вон там турель. А позади что было? Может быть, я кому-то помогу. Чем скидывать, если так можно скинуться самому. Ага, он, видимо, с дроидом стоит, лицом к лицу. Ну, в смысле, с пружинкоголовым. Прости, Денис, мне нужно заняться золотом-бриллиантами. А после этого уже... Это уже я пойду помогать тебе. Или не пойду. Потому что тут... Куча вещей. О. О, вы вышли? Да. Я думал, за вами это самое. Вы все взяли тут? Да. Денис, ты там стоял в каком месте? В каком? Так, походу, у меня галлюцинации. Ну, там смотрел на кого-то, на сзади. А, это Сергей стоит, смотрит на... Надо его телепортировать. У нас там солдатик был. Хочешь пойти его убивать, или он далеко был? Да ну, ну можем, конечно, попробовать. Если Женя останется, закроет двери и будет сидеть. Так. Ну хочешь, пойдем попробуем? Пойдем, ну, пойдем. Гранату мы вернули? Значит, я взял. Да, я вернул. Да. Пошли. Да. Женя, все на себе. Ага, хорошо. Насколько он далеко? Ну, нужно перепрыгивать. Он за серверный. Я-то... Но если там кто-то еще, то нужно будет... Опа, маска. На той стороне две маски. Валим. Валим, да. По-моему, не очень хорошо пошло. Нет, ниже спустись. Чё? И спрыгивай здесь. Женя, открой дверь. А, что случилось? А, кто-то хавает. Две маски. Заходи. Залетаем. Они на нашем корабле, они лезут в вентиляцию. А, маска? Да. Две.
Мы начали подниматься, и по соседней лестнице черного хода начали две маски подниматься. У Дениса острый взгляд, он все увидел. Я-то под ноги смотрю, а он смотрит в будущее. Ага. А я вижу Денис такие, молодец. Типа, похожие на нас. Такой, 782. Ну, 782. По-моему, отлично. Как ты, как герой, помер? В этот в пар пытался его выключить, на меня среагировала турель. И расстреляла тебя там. Да. Ну давайте я посижу здесь и послежу за Сергеем, который телепортанется куда-нибудь. Погоди. А, ты хочешь проверить, что на Титане? Погода. Шторм. Меня ну, шторм. Ну мы это проходили. Давайте, бегите. Тогда я голиком иду. А, ну можем тогда вообще телепортироваться. Да. Так, вдвоем. Спускайся. Ну, вдвоем. Женя-то не хочет этим заниматься. Женя, придется... Я пойду, наверное... Ты иди как обычным человеческим путем с фонариком. Помни, безопасность, если что, и действуй быстро, резко, да, уверенно. Да, я пойду обычным. Что-то добыла, вынесла, если много предметов, отнесла. Да ну нафиг фонарик. Ладно, Андрюха. Ага, хорошо. Что? Нажимай. Андрюха, отправляй. Давай, отправляй. Ну, отправляю. Добрый путь. Да. И да. Я пойду. Иди. Там поместье. О, Сергей прям возле входа, так что не переживай. Сергей возле входа, все с ним хорошо. Денис. Да, Денис, в принципе, наверное, тоже. О, давай, заходи, заходи. Бесконечный коридор. А где-то слева много предметов. Но как бы это влево попасть? Сергей сейчас попробует выйти. Вот ему только вот в эту дверь. Раз, и он выйдет, и он сразу поймет счастье свое. Ну, он вот меня. Вот Женя снизу. Вещи-то уже собирайте. Кто-то что-то вынес. Сергей. Женя, отдай. Отдай. Отдай предмет. Ну, у них весело. Я никакие турели отключать не могу. Ну, как могу, но их тут нет. Поэтому мне хочется... сбегать чуть-чуть. Аккуратненько, аккуратненько. Может быть, что-то принести. Ничего себе. Железяку бросили. Чтоб было веселее, да? Жив, Сергей жив, где-то вместе там, ой-ой-ой, у Дениса походу брейкин. Тут я мог бы его телепортировать, но не хочу. Правильно же мы поступаем, наверное, нет. Я хочу зайти как человек через черный ход. И, возможно, там будет дать каких-нибудь предметов. Или тут вот, у главного входа предметов. Слышал. Есть у вас я что? Есть? Слышал. Отдайте мне. Отдайте мне вещи, я их снесу. У меня так ключ. Вау. Божество, что ты? Что ты такое? Ладно. Робот определенно электрический. Так, каковы шансы, что Денис пережил встречу с Брекеном? О, шансы-то довольно высоки.
Продолжаем развлечение. 12 часов. Я все еще не был в черном ходу. И сейчас я туда пойду. Так. Погода чудесная. Каких врагов там не видно вдали. Главное, чтобы меня случайно молния не шандарахнула. И тогда можно считать, что погода удалась. Шанс. О-о-о-о. Страшно. Кто здесь? Есть кто живой? Тихо. Это мое. Ладно. Раз уж выход так близко. Я положу маску сюда. Надеюсь, они ее увидят. Блин, какие-то глюки у меня. Галлюцинации. Ребята? Да. Где вы там? Я брожу. Да, я через черный ход вышел. Да. Если вы пойдете... Юпи! Наверное... О, тут кухня! И у него маска в руках. Есть чем забомбить его? Забомбить нечем. Он злой! Он злой! Нет. Он успокоился. Чё ты говоришь? Он меня похавал. Кто? Там направо... Где это? Сергей. Ага, снизу черный ход. Пойдем-ка. Только где он? А, вот справа. Сергей, по лестнице, давай. И направо сюда, направо. Выходи, Сергей. Я там маску оставлял. Я оставлял маску. Аккуратно ключ-то... Я ключ занесла. Бегите, быстрее. У вас электрические предметы в руках. У меня нет. У меня просто ключ. Да это тоже электрический предмет. Я похожу еще там. Здравствуйте, ребята. Ага. Там было много чего интересного, но как туда попасть? В этом много чего интересного. А что ты вылез-то, что они тебя заклевали? Денис? Женя? Паучки? Солдатики? Ага, Сергей помер. Да я сейчас помру. Будем честны. Потому что я что-то заблудился. Ой, походу ему не понравилось. Так, я надеюсь, что я иду к выходу. Хотя надо бы мне, конечно, идти. Так, ну там есть кому. Пойду сюда и умру героем. Там была кухня. Там был жук. Юпи, тупые. Нет. Я живой. Я обычно... Сергей. А кто меня телепортировал? Денис, как? Ты же вроде смотрел на него. Что случилось? Я не умер. Я миссинг. А, ты миссинг? А, ну ладно. Женя улетел. Ну, в принципе, правильно, да, она там. Меня телепортировали. Андрей, зачем было кричать, что я живой? Понимаешь, меня хавали в этот момент маска. То есть еще пару секунд, и я был бы не очень живой. Ну, я тебя телепортировала, чтоб тебя сожрала собака, по-твоему? Женя, сама улетела или чего? Да, я сама улетела. Да. А чё меня тогда не телепортировала? Сказала, пришла собака и сожрала. Ну, да, ты меня не телепортировала. Ты его не телепортировала. Ты меня оставила.
Он пропал. Я там помирал просто от всего, что только может быть. А я думала, было так страшно. Мне преследовал пружинка. За мной ходила девочка. Я бегал от солдатика. Я прятался от паука. Я просто... Это непередаваемый ужас был, ребята. Я молчал, но мне реально было страшно. Это было что-то. Ладно, решайте купить подгузники здесь. Да. Наверное, это не помешало бы. Денис, я тебя понимаю. Я жив был. Я понимаю, мы тоже с Сергеем от пружинки бегали. Юпи меня погрыз. Кухню они обчистили, эти Юпи. Солдатик там бегал. Я просто не... У меня было куча вещей с собой. У меня все руки были заняты. Еще там я кучу вещей оставил. Я с картиной ходил с этой. Я ходил по направлению дверей, но спиной. Да, я видел. Герой. Герой, которого мы заслужили. И, наверное, причем, я, короче, шел назад, и периодически я слышал это дыхание. Это возникающее при девочке. Так, все, останавливаемся. Смотрим куда-нибудь так, чтобы видеть пружинку и не видеть девочку. Летим в этот, на базу. Да, на летим. Базу. Да, да. Да, Гордон, все нормально. У меня уже сделано Гордон, успокойтесь. Вопрос, сколько мы сдаем денег? Ну, давайте пофиг теперь. А? Да, да, теперь пофиг. Теперь у нас телепорты есть туда-обратно. Но она на крутую планету. Ну, на 700 сдадим и... Хорошо, давайте сдадим на 700. И на фонарики надо. У нас фонарики все закончились. Четыреста восемьдесят, 600, 632, 682. Давай утку и все. Андрюха, да. Сабган 200 стоит по скидке. Надо брать. Тогда больше сдаем. Тогда надо на 900 этот самый. Сейчас скажу. У нас 700 есть. Да, 770 у нас сейчас. Еще 110 там лежит. Погоди, может, не надо уже. Ну. Хватит. Установись, Женя. Да я кубик оставила. Так, у нас 520 сейчас. Там еще сколько-то много денег. Покупай пока забган. Купил. Я купил забган и два фонарика. Угу. И у нас еще на одну плоту хватает. 203. Не умри, ты умрешь. Шо ж ты бессмертный-то такой? Тренируйся. Да. Тренируйся держать дольше. Как? В нужную сторону. Мышкой там, влево или вправо. В какую нужную сторону? Ну, чтобы дольше держать. Ну, чтобы этот парализатор дольше работал. Сложно. Ну, сложно, да. Непонятно, как работает. Ну, скинули, народ. Скорее на корабль. Сергей. Сережа, пусти меня. Ну, я не знаю. А, меня забганом мучают. Сергея просто и музыки не хватает. Кстати, обратный телепорт здесь не работает. Это, помните? Ну да. Куда ты будешь телепортироваться? Ну что, взлетаем? У нас денег хватает на планету? На рент там какой-нибудь? Да, хватает. Да. Женю уже влупили лопатой. За забган. Женя, успокойся, не бей Сережу, он хороший. Это месть за дверь. Возвращайтесь, не деритесь. Все, что ж вы такие агрессивны? Почему я-то самый добрый? Танцуем, Андрюх. Танцуем. Танцуем. Овертайм бонус 91. 510 квота. Вот. Как мы теперь будем эти квоты сдавать, я не знаю. Я
нормально. У нас нормально денег еще на корабле, успокойся. А сколько у нас? А я не скажу. Черт. Ну ладно. А сколько квота следующая? 510. 510, нормально. Спасибо. Спасибо, дорогие зрители, за то, что смотрели. Поддержите нас, да, лайком. Ставьте лайки. Комментарии. Всем спасибо. Переходите на канал Дениса, на канал Жени. Сергею обязательно привет передавайте. Да, помните, привет. Его тело очень хочется обнимать. Как подушку. Подушка-удушка. Подушка-удушка. Ну ты, Андрей. Он уже, Сергей, хочет в космос открытый выйти. Нормально. От ты нас... чего ты довел, Сергей, от, Андрей? От нас так просто не уходит. На этом мы прощаемся. Всем спасибо, всем пока. Спасибо. Всем пока. Пока.